Из прекрасных имен Аллаха, имя Аллах. Аллах — имя производное, потому что имена Аллаха производные и не являются бескоренными. Производное от Иля — Божество, то есть объект поклонения, любовью и возвеличиванием. Этим именем не зовется никто, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Также говорится, что это самое великое имя Аллаха, и если попросить его имя, то он ответит. Оно является источником для всех его имен. Говоришь, Аллах Субхану ва Тааля, всеслышащий, всезнающий, милостливый, дарующий милость, живой, вечный. И алиф и лям в имени Аллах не удаляется при вызывании, как удаляется в остальных его именах. Говоришь, и говоришь, о Аллах, и не удаляешь алиф и лям в имени Аллаха Субхану ва Тааля, как это удаляется в остальных именах.